Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 10. «В то время сказал мне Господь, вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег. Я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева ситим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и две сии скрижали были в руках моих. И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне. И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтоб они там были, как повелел мне Господь. И сыны Израилевы отправились из Бееров-Бене-Яакана в Мазер. Там умер Аарон, и погребен там, и стал священником вместо него сын его Илиазар. Оттуда отправились Гудгод, из Гудгода в Иотвафу, в землю, где потоки вод. В то время отделил Господь колено Левиина, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня. Потому нет левит участи и удела с братьями его. Сам Господь есть удел его, как говорил ему Господь Бог твой. И пробыл я на горе, как и в прежнее время, 40 дней и 40 ночей, и послушал меня Господь и на сей раз, и не восхотел Господь погубить тебя. И сказал мне Господь: встань, пойди в путь пред народом сим, пусть они пойдут и овладеют землею, которую я клялся отцам их дать им. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса, небес, земля и все, что на ней, но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны, ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он — хвала твоя, и Он — Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, которые видели глаза твои. В 70 душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь Бог твой сделал тебя многочисленным, как звезды небесные.